Из нас есть вещи, которые сложно гладить утюгом. Такие типы тканей, как шелк, кашемир, органза, тонкое кружево и трикотаж, прогладить утюгом качественно практически невозможно. Вертикальный отпариватель Galaxy создан именно для таких вещей. Вы просто заливаете воду в резервуар, включаете отпариватель, выбираете необходимую степень подачи пара, и уже через несколько секунд он готов к работе. Благодаря высокой производительности и давлению, мощный пар быстро и в то же время очень бережно разглаживает любые складки. При длительном использовании утюга ткань теряет цвет. На ней появляются лоснящиеся следы и желтизна. С отпаривателем Galaxy вы забудете об этих проблемах. Высокая складная стойка позволяет вернуть безупречный вид длинному платью, юбке, удлиненному пиджаку или пальто. Складная вешалка свободно вращается на 360 градусов. При помощи специальной насадки вы легко и быстро сделаете аккуратные стрелки на любимых брюках. С отпаривателем Galaxy вы не только сможете быстро привести в порядок одежду, но и разгладить шторы и портьеры, не снимая их с карниза. Благодаря насадке щетки можно продезинфицировать детские игрушки, мягкую мебель, подушки и ковры, а также быстро и качественно очистить их от пятен, шерсти домашних животных и других загрязнений. Представьте ситуацию. Вы спешите, а вам надо срочно погладить сорочку или брюки. Вы хватаете утюг, судорожно пытаетесь разложить необходимый предмет одежды на доске и получаете складки где угодно, только не там, где планировали. И наверняка в вашей жизни бывали ситуации, когда вообще нет возможности привести в порядок одежду обычным способом. Например, поездка. Уж поверьте, мастер-пар сэкономит вам массу времени и нервов. Ручной отпариватель мастер-пар подойдет для одежды из самых тонких и деликатных тканей. Функция вертикальное отпаривание и усиленный выброс пара придадут вашей одежде элегантный вид без особых усилий с вашей стороны. Мастер-пар не только разглаживает, но и очищает любые предметы от пыли, волос и мелкого мусора. Кроме того, им можно гладить вещи, не подвластные обычному утюгу. Например, изделия со стразами, пуховики или пиджаки из замши. Сколько раз вы сталкивались с трудностями, гладя обычным утюгом? Темные вещи начинают лосниться, а шелковые блузки и шерстяные свитеры с легкостью могут испортиться сами и испортить ваш утюг. Забудьте об этих проблемах раз и навсегда. С отпаривателем MasterPar на брюках у вас будет только по одной стрелке на каждой штанине, а рукава и манжеты блузок и рубашек не будут выглядеть так, будто их забыли погладить. У моего мужа на работе строгий дресс-код. Обязательно нужен костюм и галстук. Но гладить его рубашки для меня всегда было мукой. Нет-нет, да не заметишь какую-нибудь складочку. А брюки – это вообще целая история. И вот я купила отпариватель MasterPar. Теперь рубашки могу гладить прямо на вешалке. Никаких замятин. А для галстуков и брюк есть специальная насадка. Очень хорошо брать его с собой в дом.
дорогу. Не занимает много места, при этом отпаривает очень хорошо. Крышка устройства закрывается достаточно плотно, что не позволяет обжечься паром. Также имеется кнопка включения-выключения. Закипает за считанные минуты. Прибор имеет объем бака 250 мл. На корпусе имеется отметка минимального заполнения водой и максимального заполнения. Также имеется индикатор включения-выключения. Кнопка включения-выключения. После включения устройство будет готово к работе через 1-2 минуты, в зависимости от заполнения бака. Устройство готово к работе, мы приступаем к отпариванию. Очень легко и удобно разглаживать складки, которые утюгом прогладить достаточно сложно. Большим отпаривателем производится путем прикладывания гладящей поверхности. Проводим. И, как вы видите, все становится гладенькое. Также здесь. Планочку. Вот, но мы всю ее отпаривать не будем, потому что и так все понятно уже, что все отпаривает. Но надо сказать, что не одинаково хорошо будут отпариваться разные типы ткани. Есть ткани, которые легче, есть, которые сложнее. Это распространяется и на другие отпариватели, большие точно так же. Какие-то ткани отпаривают лучше, какие-то хуже. Вот. И для разнообразия мы сейчас еще попробуем отпарить куртку. Другой тип ткани. Как раз у нас курточка мятая. После автомобильной спинки сидений все замято, все очень достаточно жеванное. Ну давайте смотреть. Прикладываем также. Смотрите, тканька баллонька, утюгом просто нереально это все выгладить. А с помощью ручного отваривателя это даже удается очень быстро выполнить. Вот. Все готово. Спинка готова. То есть, ну, также же отпариваем и все остальные элементы куртки. Вот, пожалуйста. Я думаю, что теперь можно поверить ручной отпариватель. Отпарителем ручным можно проглаживать некоторые элементы, которые требуют прижима. Вот в таком положении. Главное здесь долго не злоупотреблять. Периодически надо поднимать его вверх, потому что при наклоне вода не вытекает, но нагреватель наполовину открывается.
Чистота в доме – дело чести любой хозяйки. Но что делать, если чистящие средства оказываются малоэффективными или их использование категорически противопоказано? Если в доме имеются аллергики или речь идет о детских принадлежностях? Соску, пустышку или бутылочку можно прокипятить. А как прокипятить детский стульчик? Владельцев парочистителей «Квазар» эти вопросы не волнуют. Сухой насыщенный пар, нагретый до температуры 170 градусов, подаваемый под давлением 8 бар, способен справиться даже с самыми сложными задачами по уборке. Без применения химических средств парочиститель уничтожает вирусы и бактерии, избавляет помещение от пылевых клещей и аллергенов. Детская мебель, игрушки и посуда становятся не просто чистыми, а безопасными. Наличие специальных насадок существенно расширяет горизонты ваших возможностей. Паркет и ламинат – покрытие, катастрофически не любящее воду. Специальная широкая насадка позволяет сделать пол почти стерильным, уберегая деревянное покрытие от набухания и деформации. Кстати, с известковыми отложениями и ржавчиной горячий пар справляется быстрее, чем химикаты. Зеркала с одним движением специальной насадки приобретают прозрачность без утомительных натираний и полировки. Шерсть животных из-за статического электричества сложно удалить с ковра или обивки мебели пылесосом. Мощная струя пара снимает статику, выбивая шерсть из ворса. Парогенератор просто незаменим на кухне. Жирный нагар на вытяжке или в духовке, плита и холодильник, кастрюли, сковородки и кухонные шкафы. Благодаря горячему сухому пару дом становится чистым и безопасным. Парогенератор удаляет грязь из мельчайших щелей и трещин, дезинфицирует и дезодорирует обрабатываемые поверхности без применения химических средств, а значит, меньше вредных веществ попадает в наш организм и влияет на наше здоровье. Квазар эффективен и за пределами дома. Например, уборка паром в салоне автомобиля – более здоровая, но не менее действенная альтернатива химической чистки. Ржавчина, мазут, масло, отложение солей, битум, парафина, калина, смазочные материалы, копоть – парогенератор «Квазар» справится даже с такими проблемами.